Ровно 87 лет назад были образованы воздушно-десантные войска. 2 августа 1930 года 12 парашютистов впервые отрабатывали навыки в тактических учениях. С тех пор «Голубые береты» – гордость российских вооруженных сил. В Мурманске главные мероприятия, посвященные Дню десантника, традиционно состоялись у памятника «Разорванное сердце». Бывшие действующие десантники, ветераны боевых действий, родственники погибших. Каждый год они собираются 2 августа, чтобы вспомнить прошлое и услышать заветные слова «Никто, кроме нас». Ну, «Никто, кроме нас». Я бы вообще хотел, чтобы эта фраза была не только для десантников, но и для всех мужчин. Чтобы когда в экстремальной ситуации кто-то не думал, что надо позвать кого-то, дождаться, это не мое дело, прочее. А каждый себе, настоящий мужчина, должен сказать, что никто, кроме меня, и действовать как настоящий мужчина в этой ситуации. Я выражаю также свою любовь, свои чувства, благодарности людям, ребятам, которые положили свои жизни, защищая наш город. И людей вообще. Желаю удачи, счастья, здоровья живым, ну и вечная память погибшим. Голубые береты – гордость российских вооруженных сил. Десантники участвуют практически во всех военных операциях, в том числе в горячих точках. Именно поэтому это не только праздничная дата, но и повод вспомнить павших товарищей. Не случайно место встречи десантников «Разорванное сердце» – памятник, посвященный погибшим при исполнении воинского долга. Ребята, которые сейчас на митинге, вот уже в года, как уже доказали, доказывают по сей день, что сила есть, десантная закалка есть, потому что мы за Россию в любую минуту стали на защиту. И Западу зубы обломали. В праздничной церемонии приняли участие первые лица города и области. Они поздравили десантников и отметили их мужество и отвагу. В этот день много лет назад было положено начало великой, богатой на победы истории воздушно-десантных войск. И мы гордимся этой историей, потому что во все времена, при любых обстоятельствах, неизменными остается верность и храбрость людей, живущих по принципу «никто, кроме нас». Элитарность ВДВ – это вовсе не регалия, а прежде всего право быть там, где труднее всего – первым вступить в бой. Девиз «никто, кроме нас» подмечен на деле достойным служением Отечеству. После возложения цветов голубые береты быстро расходятся, вопреки расхожему мнению, не для купания в фонтанах. Многим в будний день нужно возвращаться на работу. Дарья Монастырева, Михаил Дьяков, Максим Галямин, Арктик ТВ.